Многодетные семьи могут полностью освободить от налога на 6 соток. С таким предложением во время послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин. Эта льгота станет частью целого комплекса мер, направленных на снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи. Владимир Путин добавил, что в некоторых регионах такая льгота уже применяется, однако федеральный статус гарантирует ее применение повсеместно. В Ненецком округе льгота на земельный налог существует уже не один год. Такая мера поддержки существует в городе Нарьян-Мари с 2013 года. В данное время готовятся изменения в порядок уплаты и исчисления земельного налога. В данном порядке предусмотрена льгота, которая освобождает многодетные семьи от уплаты земельного налога. И планируется продлить действие этой льготы до конца 2019 года. Освобождение от налога на 6 соток станет частью целого комплекса мер, направленных на уменьшение нагрузки на семью. В частности, российский лидер считает, что по отношению к многодетным должен применяться простой принцип – больше детей – меньше налогов. Также президент предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка.